Здравствуй, чуть больше месяца назад мы вместе с Анатолием Ивановичем открывали эту замечательную выставку, говорили ему не просто приятно, а говорю, я всего, не знаю, несмотря на то, что мы много лет общались, с ним я даже какой-то... ...провать нас, и самое главное, меня. Он по натуре был большой романтик. Сколько он знал стихов, сколько читал. Я всегда говорила, если бы петь любил. Я ему говорила, если бы ты не пел, я бы, наверное, в тебя не влюбилась. Он рта не закрывал. Ну, голос у них какой-то там приятный. Мне казался самым лучшим в мире. И вы знаете, я... Хочу, чтобы мои внуки, правнуки взяли как можно больше качеств от Толи, и я буду счастлива. И, конечно, прожить 90 лет, я понимаю, что не надо плакать, не надо раскисать. Горько, тяжело, но это все естественно. Такова жизнь, такова природа. Так не мы, это свыше послано. Кто там есть, какие силы. Но что-то есть в природе такое, чего мы не понимаем еще. Я еще раз благодарю всех, кто здесь был. Желаю вам всем здоровья, вам и вашим близким. И будьте счастливы, счастливы, живите. Каждый день старайтесь проводить так, чтобы он остался в памяти. И жизнь будет тогда прекрасна. Спасибо. Спасибо. Здоровья вам, Лежа. Спасибо.